Сейчас перчатки найдем. Перчатки. Давай, бей ручками вот сюда. Нет, одной сначала. Одной, потом другой. Савелий решителен и упорен. Захотел пойти в бокс, не переубедишь. И не важно, что родители привели их с братом на пробные занятия по танцам. Скажи, я буду чемпионом. Да, чемпионом. А брату Савелия Семену ринг не покорился. Первый бой и нокаут от груши. Но это не страшно. Выбор большой. Пойдет в тайский бокс или в грэпплинг. Дети, которые сюда придут, я думаю, будут очень довольны тем, что преподавательский состав им окажет всевозможное содействие в том, чтобы они могли достигнуть спортивных результатов. В Староскольском спортивном клубе «Боевая Русь» много направлений. Единоборство, танцы, фитнес. Этот зал особенный. Из 500 детей, которые будут здесь заниматься, 75 сироты или оставшиеся без попечения родителей. Для них все бесплатно. Будем всех тренировать, делать сильными. Так что приходите, все расскажем, покажем. Спасибо. Ваши дети в надежных руках. За них не переживайте. Мы все сделаем, все, что сможем, все, что будет в наших силах. Выбираем направление больше рукопашного боя. То, что менее развито в Старом Осколе. Открытие в Старом Осколе спортклуба для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, недолго было мечтой Оксаны и Юрия Тюремских. Основатели детского казачьего движения, родители 15 детей, трое из которых кровные, не привыкли долго размышлять перед тем, как делать добрые дела. Оформили проект и подали заявку в фонд президентских грантов. 500 000 рублей хватило, чтобы полностью оборудовать зал. Здесь много места, мягкие коврики, на которых не больно упасть, и, например, зеркала, на которых можно смотреть на себя и делать лучше. На платной основе в спортивном клубе «Боевая Русь» можно заниматься не только детям. Здесь принимают желающих от 3 до 60 лет. Ограничено лишь количество спортсменов – 500 человек максимум, но это временно. И уже сейчас, мы еще не открывшись, у нас уже около 100 ребятишек записаны, уже начали свое обучение. И мы понимаем, что мы в эти рамки, мы не входим, и мы должны за них выйти. Администрация идет нам навстречу, и мы рассматриваем варианты другой площади. Пока мы сейчас в арендованных площадях. Спортивный клуб «Боевая Русь» находится в центре Старого Оскола на улице Ленина, напротив торгового центра «Славянский». Работает с 14 до 21 часа без выходных. Наталья Макурина, Сергей Кириченко. Такой день на Мире Белогорья.